Ну что, привет. Привет, девочки, привет, мальчики, привет, мои дорогие. Мы отправляемся снова в путешествие. Блять, не сидится нам летом в Дубае. Все Эмираты обсматриваем. Сегодня мы едем, наверное, в Абу-Даби. В другой просто отель. Ой, блядь. Блогер. Иду на красный свет. В общем, не знаю, о чем сейчас выберем. Отель еще не забронировали. То, что хотели, взлетел просто в цене как-то, блядь, резко. То ли мы что-то неправильно набили, то ли что. Ну, в общем, короче, может быть, его и выберем. Но и нам говорит, иди ко мне в этот отель. Сейчас приедет, ой, в отель, господи, в билдинг. Сейчас приедет таксист. И пока будем ехать час в Абу-Даби, быстро выберем какой-нибудь отель. Ну, в общем, я готов и к пляжному, и не к пляжному отелю. Посмотрим. Жарко. Хочется у бассейна лежать. Территория Абу-Даби. О, как же мне здесь нравится. Здесь просто другая энергия, другая энергетика. Вот по-другому себя чувствуешь, по-другому солнце светит. Тут по-другому люди улыбаются, тут все по-другому. Это, знаете, как сравнить Питер и Москву. Вот для меня это так же. Когда ты устаешь от Москвы, хотя от Москвы я редко уставал. Вот в Питер поехать отдохнуть, это то же самое, что уехать из Дубая в Абу-Даби отдохнуть. Ребята мне здесь включают своего местного исполнителя, говорят, что он умер, но при этом он до сих пор почитаем, уважаем в Пакистане. В общем, ну, приходится слушать, почему нет. Так, ну что, отель Миллениум в самом центре Абу-Даби, хотел сказать Даунтаун, ну Даунтаун, собственно, он так и называется, Миллениум Даунтаун. И нам, видимо, очень тяжелый багаж, две ступеньки поднять не может. Ну что, пойдемте. Этот отель без пляжа. Такой центровой, но при этом очень удобный для прогулок. Пока оформляют, пожалуйста, можете попить воды. Если вы там ее найдете, вы можете ее попить. Картина какая красивая. I don't know, не чек. Maybe no need, because here have a lot of restaurants. Maybe, maybe. Not too much here, restaurant. You can try the breakfast from once, if you want. Good.
Yes. Так, ну что? У нас 10 этаж. Clean. Десятый этаж. Вот он наш рум. Four. Так. О, very good smell. Very nice. Очень хороший отельчик, я хочу вам сказать. Очень приятный. Очень приятный отель. Сейчас пойдем гулять. Там ничего не видно. Ну, ничего. No, it's okay, very nice. Прекрасный отель. Нам будет спать здесь. Так. А, надо включить карточку. Карт. Ну что, очень прекрасно. Очень прекрасно. Свои бутылечки, свои штучки-дрючки. Тут тоже что-то есть, ну что, великолепно. Very nice. Биде, безе, туалет. Все, что хотите. Все, мы будем переодеваться и пойдем гулять. Мы съели по пути шаурму на заправке. Заправились шаурмой, водичку попили. И теперь это... Сейчас пойдем гулять. Прогуляемся. В общем, переоделись. И пошли гулять. Запотели тут же. Next street. How? And what's here? I have a bus, a car. No, I can go by bus. Really, I have a very bus car. Look. Oh my God, Nam. Oh my God. Look, this bus. You work, man. Ума. Аутлет. Кстати, you have dogs. No, just смотрите, Ума. Большой аутлет. Чем проверим. Вот так выглядит даунтаун. Абу-Даби. Like Dubai. Пойдемте проверим. О, buy two, get one. Free. That's okay. Let's go. О, nice color. Мне подходит такой автомобиль. 100%. Пойдемте. А, я думал, двери откроются. Ну, такой же, в общем, как и везде. Ничего такого, сейчас пошаримся, пойдем дальше, что музыка играет. And, купил я себе, короче, шортики. You forget, you know? Очень крутые, очень классные. If you buy one thing for me, that is, 100 you remember always. Remember. Говорит это, про трусы заговорили, говорит, у тебя, говорит, есть это, Ронандо. Думаю, что за Ронандо, блядь? Ронандо. Ронандо, думаю, что, блядь, за Ронандо, блядь, о чем он говорит, блядь? Ронандо, блядь. Роналдо. А оказывается, Рональдо. Рональдо. Роналдо, I say. Ронандо, блядь. You don't Ронандо. What is name? Full name? Ронандо. Full name. А, Рональдо. А как Рональдо полное name? Как полное имя Рональдо? Рональдо? Вот
А я не помню. Как у Роналдо? Кристиано Роналдо. А как у Роналдо был name? Yes, we buy CK, CR or something like this. How full name? Кристиано Роналдо. Yes. Кристиано Роналдо. Точно. You remember we buy underwear from there? Very nice. Very good. Что, пойдемте зайдем day to day? Разорим этот магазин. Ну все, этот в гламуре, гламур, 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 тужур. Бриллианты, бриллианты. Вика, может быть тебе рюкзачок такой для туристических поездок по Дубаю? Здесь для аквариума шарики, здесь тут такие штучки, помните, в детстве играли? Здесь сколько, каких только нет, 5 дирхам всего. Всего 5 дирхам. И нам. For fun. И нам. You don't have... I never play this. Oh my god. Oh, like this. Oh. Yes, one needs... Yes. If you have good nerves only. How much is on the 5 dirham. 5 dirham. Buy and play. On different. When I was 15 years, I haven't. I never played. Oh my god. Like because my country better. No. Yes, of course. We stop the time. We did study. So did the study. Oh, смотри, too much. Нам. Very nice. Look, different. Mother, father. Very nice. Что, very good. Люди собирают эти коллекции. А тут смотрите, тут просто берете и пользуетесь. Сразу все покупаете. Как мило. Сколько стоит такой набор уточек? 8 дирхам, 9. Ну, как мило. Very nice. О, а здесь кого только нет. Ну, уточки-то это по приколу. И нам, it's for you. Пам-пам-пам-парам-пам. А подожди, это музыка, наверное, другая. Different music нет. Так, что у нас тут есть? Так, круг. Может быть, круг нужен Тёмочке? Тёмочка, тебе нужен круг? А то купаться будем. Мало ли вдруг нужен. Идем дальше. Вот знаете, если будет тамагочи здесь, я бы обязательно его взял. Сейчас, если я увижу реально тамагочи, я возьму его, не думая. Пусть будет этот прекрасный брелок. Здесь у нас всякие средства для чистки. Чистки, зачистки. Так, мы пришли домой, переодеваемся и едем в торговый центр гулять, отдыхать, в общем, чем-нибудь заниматься едем. Я вас люблю, целую, ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.